Итак, наступил новый день, и я передаю слово Татьяне. Она сейчас вам расскажет предисловие сегодняшнего дня. А, друзья мои, мы сегодня сейчас вылетаем, вот наши автобусы. Нас сейчас... Да подожди, я потом все покажу. Мы не дюлями туда загоним. А, мы летим в Наманганы, мы летим в Ферганскую долину. Может, я подержу? На... Наши сначала сады, а потом на производство. Поэтому будет очень много уникального контента, потому что на производстве в Узбекистане еще не было ни одного партнера Cyber and Wellness. Не то что телезрителя. Погнали. Даже летим на самолете. Меня видит в экране. Ну, как ты это мылит меня. Здесь примерно 300 километров. Интересно даже, сколько лететь. По идее, мы должны... Кстати, без опоздания, без каких-либо, все строго по таймингу. Это очень радует. Кто-то говорил, что будет целый самолет в Сибири Ровнос. Оказалось половина. Эх. Иду полностью прям, прикинь, на пропеллерный, турбовинтовой самолет всей Сибирки. Нет, тут микс. Но большая часть мой. Лица в белых кофточках. Все, полетели. Мы на Мангане, да, прилетели. Любимая модель Сальвадора Дали, да? То есть только я в кадре. И мы раскроем немножко вам, что будет дальше. Секретиков. Татьяна, подробности. Так, друзья, мы прилетели на Манган. А я, как понимаю, Дим, да, в процессе монтажа там красота, горы, охренительные. Я просто надеюсь, это будет эпично. Когда при монтаже я, наверное, кайфану. Это просто прям... Я уверен, что Дима сделает классно. А на Манган не был подготовлен к такому количеству наплыва пассажиров, которые хотят туалет. Нет, туалет был не готов.
На Манган готов. Туалет не был готов. Мы сейчас двумя большими автобусами. Нас помог 100 человек. Топ-лидерами выезжаем. Знаете, куда? Мы выезжаем туда, где, мы как говорили утром, не бывал еще не то, что... Не ступала партнерская нога. Партнеров. Поэтому мы сначала едем на Манган. Там у нас сырьевая база в Узбекистане, на Ферганской долине. В месте, где ничего не росло за несколько лет. Благодаря специальным технологиям, благодаря подготовке. Что сделали? Сделали цветущий сад. Почему, откуда мы с Димой это знаем? Ну, во-первых, да, тот контент, который дает компания, у нас партнеры в прошлом году, которые ездили в путешествие, в садах были. У нас команда, два человека уже там были. И мы едем на производство в Узбекистане. Это производство, которое партнеры еще не видели ни разу. Вообще, у Cyber & Wellness 4 производственных площадки. Новосибирск, город Бердск, там же распределительные хабы, да, такие вот эти транспортно-логистические центры. Узбекистан, потом у нас Сербия, завод Дали, который в этом году будет 100-летие отмечать, вы с нами еще и в Сербию поедете. Я уже спойлернула все, что могла. И еще у нас завод Акувива в Италии. Поэтому сейчас нас уже президент манит из нельзя грамма красивыми сторисами, показывая, что нас там ждет. Знаешь, что я хочу сказать? Чего? Я хочу вот этим влогом показать людям, а именно вот это, показать производство, показать сырье, из чего мы делаем. Как раз непосредственно вы увидите, из чего делается продукция Cyber & Wellness. Часть продукции. Часть. Давай, ну да, конечно, назовем, конечно. Потому что... не может все из персика делать. А что дает Узбекистан? Да. Узбекистан дает, во-первых, яблочный пектин. Яблочный пектин, друзья мои, это работа ЖКТ, это все детские продукты, продукты, которые связаны с фруктовыми соками. То есть все, где в составе в Cyber & Wellness есть фруктовые соки. А может я когда будет производство, или даже когда мы поедем, я вставлю именно, что делается из этого продукта. Он монтировать будет год. А куда мне торопиться? Я покажу эти продукты, которые прям вот берут сырье отсюда. Сейчас у нас маленькая пауза. Мы, ну, такие, да, организационные моменты. Сейчас грузимся в автобусы, мажемся солнцезащиткой. Дмитрий Юрьевич, можно я тебя покажу? Да неужели я загорел? Ты загорел. У тебя горел. У тебя не очень. Сейчас мы его намажем. Еще нос видно. Сейчас мы его намажем SPF 50. Вчера мы вам показывали, да? Кстати, я безумно благодарна компании, что нас одели в хлопковые лонгсливы с рукавом. То есть комфортно, не жарко и при этом все закрыто. Ну, понимаешь, жарко будет после, когда мы уедем. Сейчас как раз самые оптимальные погодные условия для посещения сие мероприятия. Слава богу, потому что свыше 30 в Самарканде в прошлом году, да, была, да, вилка для меня. Так, ну все, мы пошли. И дальше уже... Ой. И полетели. We'll be right back.
симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать. Но вот беда, характер непростой, день ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять, мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо, не надо путать шалахо с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. А это лопата? Или лопата одна так нужна? Работа хватит всем. Это виноград. Надеюсь, изменения большие. Чувак, типа не сам. Были для того, чтобы. Кошта разорвала. Я жить тогда, когда турпал. Турпал его жоду, турпал его жоду, турпал его жоду. Кошта разорвала. Да, надо разорвать. Они уже лежат, вот, готовые. Так. Итак, первая наша посадочка. Виноградика. Виноградика. Дима любит виноградик. Дима, это сладкий, без косточек, беленький. Персонально будут приезжать и кушать свою ветку. Так, задача по максимуму. Да, чтобы целенькая была. Но не получается, потому что все рыхлое. Ну, желательно, чтобы это, не повредить корневище. Корневище я аккуратно достаю корешочек. Короче, надо наоборот, пускай тайка у меня тяпкой работает, да. А я буду вынимать. Дима у нас более нежная личность. Вот, сейчас мы на паузу поставим. Или давай, эстафету передавай. Давай. Теперь ты держи. Нет, нет. Дай мне тяпку. Давай, теперь я буду. А я вообще не вижу, там снимается? Да. Дима, дерево держи. Руками сейчас мы это основание дадим. Она маленькая. Нам лучше выше было. А? Повыше там, ну да. А, ну как повыше? А, следующая порция моя. Я еще тот садовод, а любитель и огородник. Обещаю теплицу дом сделать. Так уж не удивляйся. У меня больше всего, знаете, что растет хорошо? Сорняки. Пошли сорняки. Это лучше всего растет. Так, притоптать ножкой. Или ножкой не надо, кулачком сам. Короче, давайте я теперь попробую. Давай. Тут как бы хитрый ход есть, смотрите. Опа. Она, видишь, это? Не, тут вот. Ножнички вы. Просто Татьяна, она у нас, сами понимаете, за контент, а я за все остальное. Поэтому, может, возможно, у меня это. Обосрать жену это святая? Ну. Сам не лучше. И фартанула. Собака. Ну, короче, земля-то такая рыхлая. Ну давайте как-то тяпку теперь, да, чтобы она хотя бы повыше была. Держи. Ну давайте, пауза. В итоге. Путем совместных действий у нас получилась вот такая штука. Не знаю, правильно или неправильно. Сажать проще, чем елки. Ну, согласен. Очень соответствующая. И наполовину уже готово это все дело. Да, и тепленько. Да. Короче, и так далее, ребят. Нам сказали еще 2-3 ветки посадить.
И нас дальше везут. Да, и дальше везут. Там дальше следующая группа да. Полосатых купальников. Поэтому тут без фанатизма до горизонта не надо сажать. Сайбирион Wellness. Вот это как да. Успеваешь все объехать? На мотороллерах, на квадроциклах есть доверенные люди. Тут невозможно самому одному. Одному невозможно. Людей очень много, а люди работают. Компания дала сезон. Да, это только в этом году 300. В следующем мы до 1000 спокойно дойдем. У нас людей слишком объемы слишком большие. Они постепенно растут объемы. Хотела уточнить. Они официально, да? С каждым есть контракт персональный, все по договору, пенсия, там, отчисления, налоги. Ну все как нужно. Да, как надо. По клещике. Ты думаешь, сколько уровень зарплаты? Да. А, если у нас, не секрет, конечно. Нет, самые обычные работники где-то от 300 долларов. От 300 долларов начинается в месяц. Здесь? Здесь. Здесь. Не в Ташкенте? Нет, здесь. Здесь 300 долларов. Начинается. Есть бригадиры, выше. Есть руководители направлений, там да, все. Тогда, наверное, текучих кадров нет. Они дают воду на 4 сектора, то есть вода из насосов приходит, здесь у нас фильтры стоят, а вот здесь у нас мешалки, туда удобрения добавляют, и оно само порционно, все автоматизировано, отправляет уже куда надо. И они помогают нашим деревьям, мы всегда в качестве, скажем так, в тонусе, и получается хороший урожай. А воду сколько раз используют? Воду даем каждый день, сейчас в данный момент даем где-то 15 тонн на гектар. В дальнейшем это будет до 40 тонн на гектар. То есть вот этот огромный бассейн, который вы видите, при максимальной нагрузке, условно, за неделю закончится вода, вот это вся. А если бы капельного орошения не было, вот такой системы, этого нам только даже на одного дня бы не хватило. Оно очень сильно экономит воду, то есть мы, скажем так, эко-френдли у нас. Максимально стараемся сохранить, использовать только туда, куда надо. Ни миллиграмма лишнего никуда там не идет. Капельный получается. Да, только капельный. Только капельный пар. Да. А трубы идут по... Все трубы идут под землей. Все трубы идут под землей. В садах на месте я покажу, как капельные шланги у нас идут по линии. Ну вот мы сейчас садили, мы не видели труб. Вы видели, вы просто внимания не обратили. Да, маленькие трубы. Да, да, маленькие черные капельные. Они в час дают по 2,5 литров из каждого, скажем так, вот. У нас сейчас пойдем на персик, там тоже очень красиво. Я там покажу вам более детальный полив, как там устроено, и маленькое шоу с тракторами вам. Это резерв воды. То есть у нас из городского канала не каждый день вода идет. Она, допустим, раз в неделю приходит, мы заполняем и в течение недели используем. Понятно. Это резервуар. Да. Резервуар. Да. Вода это еще фильтруется, насыщается минералами, обогащается. Здесь у нас даже настолько чисто, экофрендли, что у нас даже здесь рыба есть. Рыбы, лягушки. Мы сами ели, очень вкусные. Не магазинные. Идемте, друзья, не успеем. Давайте, давайте. Давайте. Добро пожаловать!